Якби я не спілкувалася з Віктором та Світланою Заграй особисто, ніколи не повірила б, що подібне може трапитись не в голівудській мелодрамі, а в реальному житті. Разом вони вже 4 роки і 17 серпня відзначили річницю свого весілля. Однак їхні почуття такі свіжі, наче вони лише вчора познайомилися і не в силах відпустити руки одне одного. У мене як, пару нервних стресів було таких серйозних. Я на них як би більше грішу, думаю, що це із-за них. Получается, в 99-м году умер мой старший брат, 30 лет ему было, мне 25 было, у нас 5 лет разница. Ну вот это для меня был очень большой стресс-шок такой. Потом вроде все прошло, никаких недомоганий, ничего, все отлично. Сдал на водительские права, какое-то время поездил для себя, пошел работать на такси. Так 10 лет у меня общего стажа получилось на такси. И вот заметил полицию только тогда, когда вот мне тяжело было доходить до стоянки. А дома до стоянки это 500 метров. И то поначалу сделали снимки, что вроде какой-то артрит коленных суставов. Сначала начали лечить колени. Потом лето, как раз жара это сильная. Все тяжелее и тяжелее жару было переносить. И в Хмельницком МРТ тогда еще не делали. Поехал в Винницу. И Винницкий МРТ как бы... можна сказати, підтвердило це діагноз. Діагноз прозвучав як вирок – розсіяний склероз. Поначалу я просто плохо ходив. Перших років 5 я просто не мог бігати, іноді пошатувався. Таке впечатлення, як будто п'яний. Потім знову обострення, пролічили, прокапали. Вже ходив з паличкою пару років. Потім треба було, крім палички, ще за кого-то держатися. Ну и потом же пересел на коляску. То есть постепенно болезнь все равно прогрессирует. Медицина ее не то что вылечить, даже остановить не может. Так что вот так. Ну пока вот болезнь когда запрогрессировала, в больницу лег, то расстались с женой. Как бы так вот получилось. Дети были? Нет, совместных детей не было. У меня дочь от первого брака. Кстати, вот в субботу замуж вышла. Вот, и... А попозже вот надыбал свое счастье. А расскажите как? Вот, а получилось, ну, из-за коляски я целыми днями сижу в интернете. Прикован, скажем, к компьютеру. Какое-то развлечение, как-то отвлекаясь от этого всего. И там один сайт такой был, интернет-сайт, называется «Флирт». Просто как бы, ну, что-то наподобие социальных сетей. И там как бы друг другу ставили оценки. Ну, вот Светлана поставила мне оценку. Мои фотографии я как бы поблагодарил, ответил. Ну, и так зацепились, потом перешли на скайп, уже видеосвязь. И долгое время общались через скайп, и потом... Как раз у Светланы получилось, что там на работе она... Ну, я работала в интернет-компании, и у меня постоянно был доступ в интернет. И вот я приходила на работу, включала скайп, Витя просыпается, включает. И вот у меня с 9 утра до 9 вечера работа, и мы с ним полностью все время в скайп. Ну, а потом у меня так получилось, что пришлось бросить эту работу. Я расстроенная такая, говорю, не знаю, что буду делать, там... работу новую искать. Он мне говорит, а приезжай ко мне в гости. Там мы уже общались 4 месяца вот так вот в скайпе. 4 или 5, да. Я это сама думаю, ладно, сделаю себе отпуск, съезжу в Украину. Вот а приехала. Откуда? Я сама с Минска, с Беларуси. Проблематично было с Минска выехать, потому что прямых никаких поездов, автобусов не было. А потом я что-то так подумала, на базар ездят с Беларуси очень много народу. Вот и приехала сюда, и вот целую неделю здесь мы с ним пробыли. Там тоже такой интересный случай, ну не случай был. А перед тем, как сюда ехать, я как раз сдала на права. Опыта вождения никакого вообще. То есть вот сдала, получила, права положила. И вот где-то через пару месяцев приехала. А у Вити старенькая машинка, реношка.
И, ну, я приехала, ага, водитель есть, потому что он сам уже как бы не может ехать. Вот, садись за руль, я тебя покатаю по городу, ты посмотришь город, там все такое. Я сажусь за руль, руки вот так вот трясутся, ноги трясутся, ездить не умею, город не знаю. Он меня везет на экскурсию. Ничего не помню, ничего не знаю, где я была, что я видела, тоже ничего. Начнем с того, что ты путалась, где лево, где право поначалу. Он говорит так, вот на какой руке у тебя колечко, это лево. Значит, поворачиваю налево, я сразу, а где у меня кольцо? А, сюда, значит. Ну, такие тоже были моменты. Там педальки нажимаем. Тормози. То Витя первое время ездил, держал руку на ручнике, мало ли что. Вот. Ну а потом ничего, так сколько уже, 4 года за рулем, то уже как бы такой, как он говорит, Шумахер. Мы вместе уже 4 года? Да, уже 5-й год. Что да, уже 5-й год. Вот в августе у нас была годовщина свадьбы. 4 года, как мы официально уже. И то проблемы поначалу были. Даже то, что мы женаты, это не давало Светлане права оставаться в Украине. То есть раз в 3 месяца надо было делать, чтобы она из страны выехала, въехала. То мы вот ездили на Молдавию, до молдавской границы доедем, машину оставим, Света пешочком туда-сюда прогуляется. И вот так раз в 3 месяца нам приходилось 2 года ездить. Вот вы переписывались, да, Свете? Когда вы узнали, что он на коляске? Ну, как бы он не сразу сказал. Сразу? Нет, где-то недельку, наверное, пообщались с ним, где-то так. А потом ты тогда сказал. Я не знаю, конечно, сразу такое сожаление очень большое, потому что парень такой очень интересный, симпатичный. Сколько мы с ним, мы вот с ним как зацепились разговором, и вот целый день можем проговорить, то есть всесторонний. И такая вещь, ну, как бы были у него такие предположения, что, может быть, стану еще на ноги. Хоть с палочкой, хоть там как-нибудь. Это самое. Там лекарства он принимал. Ну, это обещания врачей. Ну, да. Закончились обещания. Вот. Ну, как бы, конечно, было. А потом думаю, боже, ну какая разница. Человек на коляске, это просто-напросто ноги у него на колесах. И все. То, что они иногда некоторые на ногах, намного хуже, чем люди на колясках. Поэтому тут абсолютно не испугала. Первоначально начал ее пугать, говорю, на коляске, и был женатый 2 раза, и там и про судимость вспомнил. Хотел напугать сразу, отвадить от нас себя. Нас не возьмешь, но испугать. Не испугалась, а, ну, продолжали общаться. Потом начали, когда через скайп разговаривать, я увидел, смотрю, у нее на обруче, ну, на безымянном пальце, как бы обручальное кольцо. Просто получилось, что это кольцо, оно просто перевернулось. А мне показалось через экран, что это обручальное. Я говорю, все, я с тобой разговаривать не хочу. Ты замужем, с мужем общайтесь, не надо меня в свои разборы вмешивать. Она говорит, нет, смотри, раз, перевернула, показывает. Это обычное кольцо, просто так. А вы вспомнили о судимости? В 2007 году я попал в аварию. Ну, на мой взгляд, конечно, это было незаслуженно. Ну, сделали, скажем так, назначили меня виноватым. Опять же нервы сколько пошло? Ой, 4 суда. Знаете, как когда в суде тебе показывают белый лист и говорят, что он черный, а ты ничего сделать не можешь никак доказать. Ну, вот. Ну, получилось, что дали условный 1,5 года. Год я ходил, отмечался, потом еще один суд, все, погасили эту судимость, сказали, что я свободный, и все. Но никто не погиб? Не, погибших, слава богу, не было, там и травма была, под большим сомнением, была ли у того водителя травма. А неделя закончилась, уехала домой. Плакала полдороги. Вот, ну, я думал, что, ну, как бы договаривались, что поедет за вещами. Ну, не знаю, сомнения были до последнего, вернется, не вернется. Я так скучать за тобой буду, когда ты уедешь. Это же ненадолго, правда? Ты на чуть-чуть и обратно. Світлана повернулася,
А невдовзі назовсім переїхала до Хмельницького, де разом з Віктором поселилася в гуртожитку. А згодом закохані одружилися. Довге время я її уговаривал вийти за мене замуж. Хотя я где-то... Как порядочная женщина должна же поломаться. Я где-то в глубине души знал, что она как бы не против, но надо было... У нас свадебная фотография есть такая. Я тогда еще пытался иногда встать на ноги. Там так и смешно получилось. На коляске подъехал. Племянник быстренько коляску отодвинул. Дочь сфотографировала, как будто бы я стою. Знаете, ну, на фотографии вроде бы стою. И быстро назад коляску есть. То потом как никак обручальное кольцо надеть не могла. Столько мучилась, надевала. Еще так интересно получилось. Мы познакомились 17 февраля. 17 марта у меня день рождения. 17 числа я сюда приехала. Ну, правда, первый раз. Потом мы уже решили, ну, когда будем жениться? Ну, конечно, 17-го. То есть у нас что не 17-е, вернее, что не 17-е, то праздник, да, хоть какая-то дата. А там получается, как бы, ну, не попадали мы на 17-е число, надо было какую-то, ну, говорю, что вроде как инвалид, ну, первой группы, чтобы... говорит, давайте сделаем неочередно. Говорит, давайте привезите нам справочку из поликлиники и сделаем. Ну, Цейланка пошла. Пошла к главврачу, говорю, так и так, нужна справка, то, что у меня муж инвалид по такой-то этой самой. Он, ну, хорошо, пишет там эту справочку спокойненько. Потом, а куда справку? Я говорю, в ЗАГС. А зачем? Я говорю, жениться. Он говорит, первый раз такую справку выписываю. В тому, що шлюб Світлани та Віктора виявився таким міцним, неабияка заслуга Світланиних батьків, які підтримували їх з самого початку. А я приїхала домой. Ну, как бы у меня родители знали, они там, когда мы с Витей общались в скайпе, то мама там приходила, папа, там дочка моя. Они как бы Витю знали, то есть общались, но так не это самое. Ну, приезжаю, говорю, мама, так и так. Я влюбилась. Я хочу уехать туда. Мама так, она у меня такая очень-очень мудрая женщина. Она говорит, доча, если ты считаешь, что это твое, езжай. У меня дочке 21 год, она уже взрослая, как бы. Мама говорит, за Веронику не беспокойся. Она у нас взрослая, девочка умная. Мы с папой еще сильные. Будешь жить с нами, все будет хорошо. Не волнуйся, езжай. Я говорю, мама, а то, что он на коляске, то, что это самое... Их это абсолютно никак не зацепило, то есть не скомпрометировало ничего. То есть они очень спокойно к этому отнеслись. Вот, потом через год они приехали. Да, да, через год они приехали к нам. Они там увиделись, я не знаю, такое ощущение, как будто бы родные 100 лет просто не виделись. То есть Витя там, это... Ну, такое ощущение, как будто бы знали они друг друга с самого начала. Вот, и потом там без всяких проблем и шашлыки, и туда, и на природу. Привет, Лунатиком! Вот, ну и после этого, я не знаю... Уже и папа, и мама с Витей, они уже даже с Витей больше, чем со мной разговаривают по скайпу. То есть по скайпу постоянно общаемся. Вот, мамка все время говорит, Витя, если Света тебя обижает, ты мне звони, будем принимать меры. И было такое, что звонил? Нет, конечно. Нет. Это все было в шутку сказано. Там и за 4 года почти не ругались, иногда такие какие-нибудь размолвки. Ну, это по мелочам, это нормально, я так думаю. Варто зауважити, що Віктору пощастило не лише зі Світланою. Його не забуває донька, племінник, невістка, а ще у чоловіка є друзі, до яких він може звернутися з будь-якою проблемою. Помнится мені, у мене немножко друга коляска була, там намного легче. І коли через порог переїжджав,
Светлана вышла на улицу, придержала дверь, чтобы я чуть спокойно переехал. И, ну, немножко не рассчитал силы и перевернулся на коляске. Ударился так. Он головой об бетон ударился. Света плачет, крик, говорит, ну что ты плачешь? Я же ударился, мне же больно. Говорит, что ты плачешь? А она в слезы плачет. Там. Все, после там того... Я испугалась просто так, поэтому сейчас так стараюсь не отходить. Тут вроде бы коляска уже, ей перевернуться, так это я не знаю, что надо сделать. Да, друзья помогли, отрегулировали очень хорошо, чтобы я... Ну, тяжело перевернуться на ней. Тем более у Вити такой друг есть. Костя, расскажи, который... Ну, он сам автослесарь, так что, если что, какие-то проблемы с коляской, то всегда к нему обращаюсь, он без всяких вопросов в любое время дня и ночи всегда поможет. Бросает свою основную работу, ремонтирует, делает мне все. Поэтому ему большое-большое спасибо, Костя. Да. Потом случайно вот за эти головчинцы узнали, мы поехали. Когда походил в группу, реабилитационную карту там выдают, то как бы санаторное лечение мне вообще прочерк поставили. То есть считается, что такие люди, как вот я, вот с моей болезнью, что мы не нуждаемся, нам ничего не надо, все свободно. Лежи себе, да? Да, лежи, да. Да, массаж ему не нужно, ничего. Ничего, максимум, что ничего. Вот коляску выделили. Выезжаем 2-3 раза в день, это минимум, а то и намного чаще. Тем более, вы же видели, здесь со всех преград одна ступенька всего-навсего. Угу. Вот, так что Светланка меня подсадит. Или бывает, там Светланка занята, там охранников попрошу. Меня на улицу выкатят, там, соседи выручают. В общем, вообще здесь, не знаю, с коллективом нам очень повезло. Здесь и дежурные, и вахтеры. И соседи, да, и да, соседи да, хорошие, и студенты даже. Вот мы сколько там утром выходим или вечером выходим. Они там на улице курят, видят, мы выходим, выскакивают, дверь поддержат, то есть бросают там пиво, сигареты, там быстренько помогают, то есть ребята тоже молодцы у нас. А кто у вас лидер? Так как-то наверное, Витя. Такого. Ну, морально можно сказать, как бы больше я, а физически больше Светланка. Это мои руки, ноги, и... так что без нее мне никуда. Там как в ЗАГСе, да? Опять шнурки вязаешь. А что было в ЗАГСе? А в ЗАГСе вот мы прыгали с коляски на скамейку. Ну, для фотографии, чтобы я не на коляске была. И вот допрыгался, что шнурок развязался там. Ну, там на фотографиях где-то есть у нас, где ты мне шнурки завязываешь. Не успела в ЗАГСа выйти, как уже шнурки начала завязывать. Ну. А еще у нас интересный случай был, тоже вышли из ЗАГСа, на скамеечках фотографируемся, там хохол и хохлушка. Ну, мы тоже так красиво сели, сфотографировались, и тут хохлушка возле Вити сидит, и он так ей раз в декольте заглядывает. И я говорю, что это такое? Это после первой, вот только-только вышли из ЗАГСа, что же от себя дальше потом ждать? Не надо от меня прятаться. Светлашка, я очень сильно люблю тебя. Даже больше, чем ты себе думаешь.